Барьер! Молодец! Они готовы преодолевать барьеры, ходить змейкой и прыгать через кольца, лишь бы только люди отвлеклись от проблем со здоровьем. Во Всеволожский пансионат для пожилых людей привезли собак для жизни. Люся. Это особенные собаки, собаки-терапевты. Их долго обучали, причем по разным программам. Для детей с детским церебральным параличом это четвероногие друзья с большой выдержкой. В течение многих часов они терпеливо лежат, пока их гладят и вычесывают. Для пожилых людей это жизнерадостные животные, которые не боятся, что их могут неловким движением случайно задеть. Плюс взрослые люди – это для собаки запах гормонов стресса, запах кортизола в первую очередь. И это для собаки неприятно. И собака должна научиться преодолевать это и, тем не менее, получать удовольствие от работы. Собаки по кличке Плюша, Лейла и Шаня подарили очень много радости и тепла пожилым людям в пансионате социального центра «Опека». Они часто сюда приезжают и достаточно хорошо знают постояльцев. На этот раз четвероногие друзья танцевали под песни, которые пели сами пенсионеры. А доброй ночи, родной Ленинград. Ну давай. Да? Давай. Давайте. Не сразу вспомнили текст любимой песни Мария Карповна и Галина Ивановна. Возраст все-таки. Зато имена собак-терапевтов помнят еще с их прошлого визита. Ленинград, я тебе спою за душевную песню свою. Евгения Малышко, Константин Веревкин. Последнее известие. Всеволожский район.